Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды. Так, ежедневные награды за Лигу Самураев 2 звезды. Само собой, этого мало. Нам нужно подтянуть наш результат хотя бы до Лиги Сёгунов. Я не знаю, 3 звезды, наверное, не судьба сегодня пройти. Но я постараюсь что-нибудь придумать. Так, серия испытаний, давай быстренько пробежимся. Вот, коротенькую возьмем с тобой боевку. Так, тут у нас черепашки. Ну, давай возьмем вот так вот. Возьму, наверное, Макмана. И давно не было у нас Усаги здесь. Давно он здесь у нас не присутствовал в боевке. Так что стоят. Стоят они тут довольные. Так, хорошо. Пошла теперь массовая атака от Усаги. Так, ребят, коротко скажу по поводу... мне предлагали поиграть в игру, которая вышла на... Ну, новые черепашки вышли на систему... Короче, этот... iOS. Так вот, прежде чем, ребята, играть в эту игру, там нужна подписка. А подписка у нас сейчас отсутствует. Она играется только по подписке... Как у них там называется система? На Android и Google Play, а там... Там как-то по-другому, но в общем, ребята, не получится. А взломки я что-то не нашел, если честно. Поэтому пока вот никак не получится поиграть. Я бы, конечно, с удовольствием бы рубанулся бы, посмотрел, что там за игра. Стоит она вообще того или не стоит. Да и самому как бы интересно. Так что пока обойдемся. Так, второе. Atomic Heart, ребята, вчера... Было что-то у нас какая-то сбойка с интернетом. Я весь день ее скачивал. Вот, скачал. Но поиграть пока нет возможности. Потому что, ребята, ну, во-первых, нужно время. А у меня начинаются рабочие смены. Так что это уже только на длинном выходном получится поиграть нормально. Вроде бы пока... А, вот еще. Про «Вперед на зомби-войну» все просите поиграть, ребята. Я не знаю, ни один эмулятор ее не запускает. Вот у меня их 5 штук, эмуляторов. И ни на одном эта игра не запускается. Вылетает с критической ошибкой. Я уже и обновлял, уже что только не делал. Не получается. Так что надеюсь, на ваши вопросы я ответил. Так, ну что, сразиться... В трех боях. Ну, давай мы, короче, сейчас опять же прокачиваем по уровню Эйприл. А по скиллам, как ты помнишь, мы прокачиваем Донателло. Поэтому давай смотреть, что нам нужно. Нам нужно найти 10 кружек. Вот эти вот Олимп Динер. Так, 2 есть уже. 2 кружки нашли. Третье. Четвертое. Сейчас жара на улице, ребят. Я окно открыл, так что не обессудьте, если там будет слышно, как машина ездит, собаки лают и тому подобное. Потому что я уже не могу. Духотища невыносимая. У нас как всегда. Тут 3 дня назад ливень шел офигенный, с грозой. Тут духота вот это вот. Все это припаривает очень сильно. Так что я уже не стал закрывать окно. Пускай будет открытым. Вот. С камерой пока, ребята, тоже. С веб-камерой пока тоже мы потерпим. Потому что сидеть, потеть, краснеть как бы не особо хочется на виду. Так что я думаю, что пока мы перебьемся без этого. Так, и остается нам поднять уровень персонажа. Я, наверное, у Эйприл не смогу уровень поднять. А вот Донателло, да, Донателло как раз хватает. И забираем остатки роскоши. Так, друзья, ну что, здесь пока все. Ежедневки выполнены. У нас остается арена. Да ладно, они... Они меня скинули до Лиги Самураев 1 звезда. Серьезно? Вы вот сейчас вот серьезно так делаете? Это в четверг? Блин, ребят, не знаю, тут под угрозой у нас наше продвижение получается. Ну, потому что мы знаем, как медленно у нас сейчас будет идти буст, очень медленно. А нам... Что-то я, конечно, замахнулся до Лиги Сёгунов 3 звезды. Мне кажется, не получится. Ну,
Ладно, докуда дойдем? Так, у нас массовых атак практически тут. Они есть, но они слабые, ребят. Не прокачанные, потому что. Так, слушай, ну пока норм. Я думаю, что... Да, Майки ушатал. Прекрасно. Тогда продвигаемся дальше. Посмотрим, сколько мы тут. Ну, в принципе, 23 ступеньки пролетели. Но это, ребят, пока. Потому что это у нас Лига Самураев. Тут продвижение более-менее быстро идет. А вот на Лиге Сёгунов уже, конечно, затормозится. Четверг. Получается, у нас четверг, пятница, суббота. Блин, у меня всего-то лишь два дня. То есть, получается, воскресенье. Сейчас, секундочку, подожди, дай посчитаю. Так, пятницу я работаю, субботу я работаю, воскресенье, понедельник, вторник у меня выходной. То есть понедельничный буст мы, скорее всего, сможем захватить. Это у нас будет... Фух. Слушай, две недели мы не попадали на буст, ребята, на понедельничный. Так что я думаю, что будет, наверное, неплохо. Попробуем принять все силы. Нет, можно, конечно, там дойти до Лиги Мастеров в понедельник, но применить откаты. Но опять же, стоит ли оно того? Вы же знаете, как они быстро меня сбрасывают. Ты только добрался до верхушки, тебя хобана, на следующий день скинули до Лиги Самураев. Обидно. По поводу, ребята, Shadow Fight 3. Кто-то там все пишет, ждет. Друзья мои, да, я бы тоже сам сразу сюда поиграл. Опять же, времени не хватает, потому что тут такие планы на второй канал у меня, на который Ray Play Games. Там и Renmond, я уже не знаю, ребята, стоит ли проходить или нет, потому что если я туда зайду, я про этот канал вообще можно забивать огромный болтец, как говорится. Вот, плюс еще сейчас там я посмотрел в Steam по новинкам, которые у меня отложены. Сейчас начнется с 9 числа, с 13, потом с 20. В общем, одни новинки выходят. И причем довольно неплохие новинки. Ну, вы знаете, что я больше предпочитаю игры вот типа... Ну, вот как мы вот играли, да? Вот этот вот, например, Punch Club. Второй, который прошли. У меня тут в голове идея закралась до пройти обновление нашему гробовщику. Помните игру? Graveyard, как-то там называется, я уже не помню. Вот, там же вышло обновление. Причем оно вышло уже давно, но у меня все как бы не было времени, настроения допройти. После того, как мы прошли Punch Club 2, у меня что-то появилось желание допройти его. Так что, скорее всего, это тоже, ребята, будет, но опять же, на втором канале. Не буду говорить точно, когда оно начнется, а то вы меня потом опять будете травить. Вот, Рей, ты обещал, и... Не это... Пока это все, ребята, в планах. Вот, планов очень много. Лето у нас заканчивается. Скоро у меня отпуск. Вот когда я пойду в отпуск, ребятушки, вот когда я пойду в отпуск, а в отпуск я пойду в сентябре, вот тогда-то мы зажгем. Вот тогда-то я засяду хорошо, тогда-то у нас пойдут и стримы, и все у нас будет, потому что я, как говорится, буду свободен. Времени у меня будет много свободного. Отдыхать я буду 2 месяца. Так что ничто и никто нам не помешает, ребята, играть в наши любимые игры. Вот. И надеюсь, частота выпуска видосиков, конечно же, возобновится. Я на это очень сильно рассчитываю. Так, ну что, поехали сюда. Потому что игр у меня очень много недопройденных, как вы знаете. Я прекрасно понимаю, что вы пишете в комментариях: Рей, давай там эту игру давно не было, давай ту игру, ее давно не было. Да, ребят, я как бы не сомневаюсь, что их давно не было. Понимаешь, дело в чем? У меня вот такая вот, я в себе заметил такую вот характерность. Если мне игра очень сильно зашла, вообще прям на ура, я ее прохожу практически не отрываясь, не переключаясь на какую-либо другую игру. Если игра средненькая, мы в нее играем более часто, да? А если игра... Бывают такие сложные игры, да? Вот, и на них очень много времени. Она почему-то быстро как-то уходит у меня на второй план, потому что
выходят какие-то новые игрушки, и мы потихонечку как бы от нее отходим. Вот. И со временем она вообще, ребят, забывается. Есть еще игры, которые у меня после, помните, как я говорил вам, сгорел жесткий диск. По идее, игры, которые в Стиме, друзья мои, игры, которые в Стиме, они должны, как бы тебе это объяснить, у них сохраняшка должна, облачное сохранение должно оставаться. То есть, если ты начинаешь продолжать игру, ты начинаешь не с самого начала, а начинаешь с того момента, ну где-то остановился. У меня две игры не могут синхронизировать с облаком. Первая игра — это Nova Land, которую мы проходили на втором канале. Вот. И вторая игра — это Армия Руин. Вот в них, ребята, не сохранились записи. Если в Армию Руин я за кадром играю, хотя бы немножко уже приблизился к своему предыдущему результату, то Nova Land придется начинать все заново. Я подумал вначале, может быть, за кадром мне попробовать хотя бы сделать тот же самый результат, который был у меня в последний раз. Ну там очень, ребята, долго это все делать. Поэтому, скорее всего, мне придется начинать все с самого начала. Но так как мы уже знаем, чего нам ожидать и что там будет в дальнейшем, мы можем сделать немножко, как бы сказать, немножко правильнее. Так, смотри-ка, по питу не попал. То есть не делать тех ошибок, которые у нас были, и пройти с более улучшенным результатом. В общем, все это, опять же, ребята, пока в планах. Потому что, еще раз повторяю, сейчас пойдет очень много выходов разных игр. Вот сейчас вот Atomic Heart меня, например, 100% на пару дней меня выбьет из колеи. Потому что я буду его проходить. А Atomic Heart, вы сами прекрасно знаете, что основную игру мы проходили довольно долго, да, конечно. Ну, там уровень сложности Армагеддон был, да, и как бы этот. Но, судя по тому, что и люди играют, и комментарии пишут, они усложнили дополнение. Но все равно, ребят, будем проходить, наверное, на Армагеддоне. Ну, то есть на самой высокой уровне сложности. Как говорится, чем сложнее, тем оно и круче. Как всегда, меня будет бомбить, но вы знаете, кажется, что это не впервые. Меня от многих игр бомбит, ругаюсь, но потом все это дело проходит, и, как говорится, с облегчением, когда ты эту игру проходишь, тебя просто переполняет чувство самоудовлетворения в том, что ты все-таки это выполнил, сделал и не был, как говорится, сосунком, который играет на изи уровне. По поводу Ренмонда, ну, скорее всего, ребята, я буду его обязательно проходить. Хоть я знаю, что уже многие уже ее прошли. Я и видел последнего босса. В принципе, я представляю, что меня там поджидает. Но, как бы тебе сказать, три рубаса скидывать на воздух — это тоже как бы не по мне. Потому что эта игра куплена. И тут еще посмотрел свою игру Реквием, помните? Это мальчик с девочкой-то где ходит. Вот, восстановил я там этот себе Epic Game Storm, потому что она была у меня именно там куплена. Загрузил, все сейвы на месте, как говорится. Можно будет, ребята, и продолжить ее. Потому что игруха на самом деле тоже крутая. Вот, и ее мне надо будет как-то добить. Да пройти. Также вернется на канал Soul Hunter. Мы обязательно должны будем пройти ее всю, все задания, все прокачать скиллы. В общем, все как полагается. В общем, друзья мои, планы грандиозные. Так что ждем сентября. В сентябре все у нас будет чики-пуки. Вот. Там, как говорится, хочешь не хочешь, а времени будет дополна, и играть мы будем с утра до вечера. Возможно, даже на стримах будем проходить что-нибудь. Вот. Из нового контента по мобильному геймингу, ребята, но, если честно, пока ничего такого хорошего, существенного я для себя не нашел. Про Dino Bash 2, как вы говорите, скачай и играй. Ребята, где я вам ее скачаю? Ее даже в Google Play нету. Даже через VPN я заходил, и ее нету. Я не знаю, где ее там берут. Посмотрел взломку, может быть, где-то есть она взломанная. Нету. Так что, ребята, если вы знаете, что эта игра где-то скачивается, ты просто мне скинь ссылку в комментариях. То есть ссылку на ресурс, где бы я ее мог скачать.
и поиграть. Потому что Dino Bash, ну, тоже мне игра понравилась очень сильно, вы знаете. И мы ее всю прошли. По крайней мере, первую часть мы прошли полностью. Так что, ребятушки, если вы, как говорится, хотите мне в чем-то помочь, или какая-то есть игра у вас на примете, вы скидывайте, пожалуйста, на нее ссылку. Не имеет значения, хоть с Google Play ссылку скидывайте, хоть ссылку со со стороннего ресурса. Я просто посмотрю и найду уже способ, как скачать и где ее взять. Договорились? Ну вот и ладненько. Ну а пока мы играем в черепашки. И, ребята, мы добрались с вами до Лиги Сёгунов. Но это пока только одна звезда. Одна звезда. Дай бог, мы сейчас дойдем с тобой до двух звезд. Немножко, конечно, это под вопросом, спорным вопросом, сможем ли мы сегодня добежать до сюда. Но с Лиги Самураев, по крайней мере, мы выбрались. То есть, если сегодня четверг, завтра пятница, если мы также перед работой поиграем, поиграем, то, возможно, да, к понедельнику у нас все будет the best. Фух. А еще по поводу, ребята, интенсивности выхода видео. Сейчас вот такая вот жара, духота стоит, что иногда просто садишься что-то записывать и чувствуешь такую вот, знаешь, дикую усталость. Дикая такая вот усталость давит. И сидишь, особенно если там что-то играешь и где-то какие-то моменты не получаются. Например, как, помните, мы начали играть в игру на втором канале нашем, называется «История одного лиса». Игра мне понравилась, но вчера я решил в нее поиграть на запись. Но так получилось, это уже потом я узнал, что у меня АБС-ка вырубилась с какой-то критической ошибкой. В общем, она не записывала эту игру. То есть я как бы играл, думал, что она записывает, на самом деле нет. Она чертовски сложная, ребята. Она чертовски сложная. Я не знаю, где мне там брать ресурсы, где брать мне там хилки и все там подобное. В общем, нашел я там пару моментов, пару заданий. Пришел там рыцарь, который был влюблен в принцессу. Он попросил меня достать ему цветочек, чтобы подарить своей невесте, ну, якобы подношение, чтобы жениться на ней, короче. Вот. Пошел я искать этот цветочек. Я запрятал, ребята, мне только час ушел. И я так и не нашел этот цветочек. Я бегал. Чуть-чуть дальше выходишь в положенной локации, фигачат к чертовой бабушке, даже пикнуть не успеешь. Я уже не знаю, стоит ли мне ее дальше продолжать играть. В общем, ребят, пишите в комментариях, будем ли мы продолжать историю одного лиса, или мы все-таки на нее положим болтец. Потому что у нас, на самом деле, есть что поиграть. Причем довольно много, очень много, ребята. Тут реанимировал «Выживание вампира» игру. Будет серия у нас выложена в ближайшее время на втором канале, опять же. Естественно, проходим новые этапы. Там у нас какие-то задания выполнил. Не помню, ребята, про какую-то там виртуальную лестницу. В общем, все это я сделал. Так что можете потом заходить и смотреть. А на сегодня, я так понимаю, у нас все. Потому что, ребята, я все, что мог, выполнил. Вот, мы с тобой на 25-м ранге в Лиге Сёгунов одна звезда. Думаю, следующая серия нас выбьет все-таки в Лигу Сёгунов 3 звезды. Может быть, даже попадем в Лигу Мастеров. Хотелось бы мне это, конечно. Так, у нас есть немножко пиццы, у нас есть сыр. Ну, потратить нам это все абсолютно некуда. Ну, вот просто некуда, ребят. Потому что испыталка пока не открыта. Хитрость я еще пока не могу, ребята, юзать. Это будет только завтра, в пятницу. Так что сегодняшняя серия у нас была чисто, вот, ребята, по продвижению на арене. 60 платиновых осколков, как вы знаете, нам еще нужно 340 получить, чтобы прокачать еще одного бойца в платину. Это будет как минимум через месяц, потому что если мы берем в неделю по 75, ну вот 4 на 75, ну в общем, через месяц, раз в месяц, получается, у нас один из бойцов переходит в платиновый ранг. А сколько у нас здесь, давай посмотрим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, ребята, 39 месяцев нужно нам ушатать. Я тебе скажу, 39 месяцев это больше 2 лет. Потратить 39, даже 3 года, ребята, 3 года нам нужно потратить на то, чтобы всех перевести только в платиновый ранг. 3 года, мы уже играем 5 лет, уже 6-й год, по-моему, идет. И еще 3 года. Это, наверное, будет самый большой рекорд мой, по крайней мере, в игре, если я буду в нее играть 8 лет. Это офигеть. Просто офигеть. Это сколько у меня там серий будет? За 2000, даже там к 3000, наверное. Ну ладно, мы посмотрим, может быть. Главное, чтобы ничего с игрой не случилось, и тогда все будет у нас окей. Ну что, друзья мои, надеюсь, вкратце объяснил вам кое-какие нюансы игровые и свои личные планы. А на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.